Зазначимо, що до настання холодів у Житомирі з'явиться 4 таких котельні, до кожної безкоштовно нададуть 30 тонн палива. Місто заощадило і на придбанні котелень, адже практично всі витрати покрив проект ООН. По этой программе ООН финансирует строительство 10 котелен в Украине. Так сложилось, благодаря, в принципе, активности, нашей активности, город Житомир получает 4 котельни. Из 10 по Украине город Житомир получил 4 котельни. Одну котельню получил агроуниверситет для своих потребностей, и 3 котельни получили школы-садики города Житомира. Это новые котельни, которые работают в абсолютно автономном режиме. Работают котельни на пеллетах, причем в этих котельнях можно применять соломенную пеллету. Это очень важный момент, потому что очень мало оборудования в Украине вообще может работать на соломенной пеллете. Соломенная пеллета на 30, в среднем на 30% дешевле, чем древесная пеллета. И это опять же вопрос экономии для нашего городского бюджета. У дитячому садочку задоволені, адже в рамках проекту за кошти міського бюджету в приміщенні замінили всі старі вікна та двері. Ця котельня буде нам дає тепло. І в дошкільному навчальному закладу це найголовніше, бо це діти, це їх здоров'я, це турбота про дітей. І дуже дякуємо. Такі котельні в навчальних закладах – це лише початок, каже Сергій Сухомлин. У Житомирі планують і надалі впроваджувати енергозберігаючі технології. Для нас это вот такая первая ласточка. Мы дальше по нашим планам замена, перевод, уход от газа. Для этого в Теплокоммунэнерго есть разработана уже стратегия по укрупнению районных котелен и строительству городских ТЭЦ. То есть ТЭЦ – это теплоэлектростанция. С одной стороны, мы на альтернативном топливе можем производить дешевое тепло и не зависеть от газа. С другой стороны, параллельно производим электроэнергию для наших коммунальных предприятий. И эти котельни позволяют работать в круглогодичном режиме. Летом больше энергии пойдет на производство электрической энергии, и часть тепловой энергии останется для производства горячей воды. Вот горячая вода, которую фактически житомиряне не могут получать летом, при реализации проекта мы сможем дать житомирянам горячую воду.